вертикальный гальванометр или гальванометр с железной лопаткой – это один из типов раннего электроизмерительного прибора, применявшегося в исследовательских и образовательных целях в конце XIX века. Такой гальванометр состоит из неподвижной катушки, размещенной в основании, и подвижной стрелки с лопаткой или диском, служащей для равновесия стрелки при отсутствии тока в цепи. Прохождение тока через катушку оказывает крутящий момент на иглу, которая пытается повернуться в результирующем магнитном поле. Противодействие с крутящим моментом в поле катушки создает равновесие. При этом то, что нулевое значение стрелки находится в середине шкалы прибора, позволяет производить с его помощью измерение положительных и отрицательных номиналов без переключения прибора. Малый вес стрелки, чувствительного гальванометра, вынуждал исследователя при проведении точных измерений располагать прибор под колпаком. Кроме того, данный прибор не был линейным, так как сила противодействия магнитных и электромагнитных полей изменяется по нелинейному закону. При этом важным преимуществом его перед динамическим прибором является отсутствие подвижных проводников, в результате чего рабочий ресурс данного прибора достаточно велик для того, чтобы образцы, изготовленные в начале века, все еще применялись для лабораторных измерений в 50-е годы.